Подмосковье. На предварительное голосование «Единой России» зарегистрировано порядка 1900 кандидатов. Это в том числе депутаты прошлых созывов. Они участвуют в процедуре на общих условиях. Для них нет никаких бонусов и преференций. Также активна молодежь. Порядка 23% от общего числа зарегистрированных. Попробовать свои силы в политике решил и 31 участник СВО. Голосование проходит в электронной форме на официальном портале проекта. Для того, чтобы проголосовать за кандидата, необходимо зарегистрироваться в качестве избирателя, используя учетную запись от госуслуг. Сделать это можно до 24 мая. Само голосование пройдет с 20 по 26 мая.